Всем привет! Центр Сочи. Фантастическая красота. Мы с Танюшкой приехали посмотреть на елку. Сочинские елки – это особый вид искусства. Те, кто живет в Сочи давно, отлично помнят, каких только елок у нас не было. И с картинами, и с животными, и непонятные елки. Но эта елка выше всяких похвал, да? Кстати, сейчас в моде золото, вернее. Да, очень много золотых. Да. Она прям классная. Новогодняя елка Сочи. Это не самая главная елка. Это площадь искусств. Самая главная елка будет на администрации. Ну, как мы надеемся. А так, конечно, шикарная. Мы с Танюшкой помним еще времена. Тань, помнишь, как здесь стояли аттракционы? Когда Аленка маленькая была, мы катались. Тут даже осьминог стоял. Ну, такой классный аттракцион. Даже маленькое колесо было во зрение. Но это был 2007-2008 год. Тогда мы даже специально по школам получали квоту, сколько детей может посетить. Это вообще класс. Дети спокойно ходили на елке. Ну да, не то, что сейчас. Огромная сказочная ель. Я вот чуть-чуть назад отойду, чтобы вы увидели просто эту красоту. Это же самый центр города. Тут у нас вот все пальмами засажено. Проспект 49. И вдруг... Та-дам! Елка. Мы сейчас ее еще издали снимем. А вот это бывшее здание горкома 30-х годов постройки. Метелев. Фамилия известного градоначальника Сочи той эпохи. Судьба которого тесно переплетена с реконструкцией нашего города во второй половине 30-х годов. И здесь же масса хамеропсов, пальм. Ой, там замечательная жимолость душистейшая растет, которая удивляет. Посмотрите, людей совсем нет. Хотя не очень... 10 часов, да? Наверное. 22 часа с небольшим. Вот она, наша ель. Новогодняя. И тут же экзоты. Субтропические не только. Ух ты! Да. Ну, симпатично. А что это? Оно с подсветкой должно быть, да? Давай подойдем, глянем. Это какая-то конструкция. Наверное, это для выступлений. Может, для ведущих. А может, просто сфоткаться.
Но тогда сюда должна быть какая-то лесенка. Ну вот гирлянды проложены. Ага. Ну это вообще на подарок похоже. Очень похоже на, да, просто коробочку с подарком. А свет они откуда будут тянуть? От пальмы? Пока ниоткуда. А, нет, вот, наверное, от столба, да? Нет, не от столба. Но, видимо, будет от столба. Ты поглянь, сколько золота в этом сезоне в моде. Мы, наверное, еще не закончили. Ну, я думаю, да. Им еще делать и делать. Тут, может, даже стенки появятся. Оп! Сочинский Новый год. Вот так надо. Новогодняя елка и пальма. Вот так выглядит все очень по-сочински.